Да, мне тоже вон я. Это я, извините. Все, сижу на месте. Тюнингуйтесь, кастомайзьтесь. Вот, так, вы зашли в клоуна, заходите в лодаут. Смысл в том, что вы можете иметь несколько пресетов персонажа. Вот, типа, вы заходите в первого. Так, конечно, разных лодаут. И там будет вешалка. Браулер аж на 50-м лодаут. Фильм, не, фильм не смотрел. А, ну вон там два типа лица открыто, два типа волос. Ну вдруг вы хотите играть за женского клоуна, и вам принципиально. Миш, заходишь? Да-да, у меня загрузка. Женских персонажей надо вот играть в моему РПГ. И правда. Правда. Вообще правда, да. Во, это база. Вообще в любую игру от третьего лица. В любую, согласен. Нужно играть за женских персонажей. Пожалуй, единственное ММО, в которую стоит всем играть за женских персонажей, это Blade and Soul. А как персонажа выбрать? Почему у меня мэн, типа, на... Костюм Скорпиона, раса ван. Ебать, вот это у меня был такой шумолёр. Видели, как Гуриня говорит? Никогда не сдавайся, всегда иди к своей цели. Ну, если слишком сложно, то похуй, сдавайся. Да, 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 я вообще. Запускаю? Наверное. А можно выбрать, типа, вот, хуман на скин? Кастомайз. Ну, кастомайз я тыкаю. Ну, вот. Кастомайз, потом хуманс, потом лодаут один. Лодаут. Слева снизу. И вешалочка справа, снизу. А, во, хорош. Я сам охуел, как тут все спрятано. А перед началом можно супер быстрый гайд? Что вообще делать? На карте есть 3 или 4 выхода. Играл в пятницу с Джейсоном. Да. Вот тут там тоже есть ДБД лодка, игра. Портал, типа, еще какой-то вот бункер там съебаться, изолятор, типа, как в другой игре. И ты должен собрать предметы и подойти их поставить туда. Около каждого выхода нарисованы, какие предметы нужны. На карте что значит есть... убить клоуна можно? Можно прям подойти ему ебало начистить. Найти битву. Это временно его выберет пиздить. Или полностью? Да, на минуту. Это вырубает его на минуту. А, как клоун в Грэнни. Да. И войс мы используем в игре. Нет, войс мы используем в Дискорде, просто остальные уходят на другой канал. Клоуны клоун уходит в одном канал. У меня, да. Для, у нас отдельный канал для клоунов. Да? Да. А такой вопрос, Лап, а как собачку ты пускал? А хуй его знает, это отдельная билка была. Я готов, получается. Это трикс, Лиза, это был трикс такой, трикс. А как их запускать? Не знаю. Как их запускал? Их нету. Ага. Не, ну клоуны... Так, кажется, охуенная менюшка эта, пиздец. Клоуны пиздец страшно выглядят, я ебал. Да, они мерзкие. Менюшка такая, достаточно клоунская, правда. Мы зря в меню сидим, потому что потом как мы будем рефаундить? Зря минуту. Ну мы ждем, мы ждем, мы ждем. Ну что ты такое? Так а кого ждем? Мишу? В смысле, я же сказал, я рэди. Ну все, тогда я запускаю. Угу. Алёша, ты тут? Алёша, ты тут? Я тут. Нет, стойте, подождите, чего? Мне нужно... Вы у брови спрашиваете или у меня? Мне всем клонам нужно приделать грудь, подождите. Не, а кстати, реально, 10 человек-то максимум, Максон. 3 на 7. Да, походу 3 на 7, да, играется. Значит, ну 5 на 2. Mind if I, you know. 5 на 2, да. Джо Кер. Лиз, там это выбирать не из чего. Я запускаю, окей? Есть из чего. А время, ну, на рефан. Сколько времени тебе надо, Лиз? 2 минуты. Охуеть. Минута. 2 минуты. 6 времени минута. Не хватит 2 минут на рефан. А у игры какие оценки? Это тоже важно. Если, наверное, если, смешные, если нет, в основном положительные, труднее будет рефандить после 2 часов. А-а-а. Ну, нахуярим негативных и зарефандить. Хороший план, хороший. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, ребята. Рабик из-за такой, после того, как увидел фразу «ты мне должен», решил не читать вообще сообщение, походу. Все, Лиз, ты готова? Да. Все, погнали. Так, ну вот у нас семеро. Team Preference
Нет, не выставляйте тим преференс, потому что всех будет. А рандомно кидает. Ага. Да. Ну я так понимаю, оно само закинет. Рейди надо нажать, видимо. Но будет забавно, если будет 3 клоуна и 4 сурва. Вот это будет пиздец, потому что мы не можем. А может тогда вручную выберем? Можно. Нет, так это же не повлияет. В установках нельзя. А, не, я почему-то думаю, что игра должна забалансить. Не может быть больше. Должна забалансить. Ну я думаю, да. Ну, если разраб, блядь, не с ведром на голове кодит, типа. Не, там долбоёб разраб, сразу говорю. А, да? Он какой-то, да? Он какой-то. И меня не идёт, что сейчас пол первого дня. Так, ну посмотрим. Я сплю. Там отходил, кстати, я разраб игры. Скажите, кому клоуна заролит, там сейчас ролка будет. Ролка? Да. А когда мы ролку на столку будем играть? Когда-нибудь надо бы поиграть. Когда ты напишешь компанию. Я троих вижу почему-то, да, а не двоих. Бля. Ну, один развернется и уйдет сейчас, мне кажется. Ну, один из них, походу, Максим или Лиза. Я клоун. Да. Я клоун. Да, я человек. Я клоун. А, вас трое, да? А у нас три бота еще. А, реально боты. Бля, ну боты. А нахуя боты? Трэш. А мы не... Что? Ну и говно, кстати. РМК? Ну говно, кстати. Давай РМК. А нам тогда бота клоуна, наверное, даст. Нет, если все людей выберем. А можно выставить, типа, там, Макс Плеер, все дела? Нихуя нету, прикинь. А ты играл Максом только в десятером? Да. Бля, ну мы по после играли. Мы можем пойти играть в паблики, не будет клоуна, все будут сурвами, конечно. А попробуйте еще несколько человек клоуна выставить сейчас. С этим. Через R. Он даст больше клоунов, чем... Ну, а мы, не, а мы, поди, вот, нет, мы можем... А, ну вот, даст, тогда... только преференс. А, преференс, ну да, типа. Ну, по итогу все равно закидывать будет. А нельзя создать меньше лобби? Сеттингов там нет ничего? А, это... Знаете, где есть лобби поменьше? В пиле, блядь, как раз 3-4 там. Есть такое. А мы можем вот этим стаком не ботов искать, а людей? И пусть с нами рандомы бегают. Да, можем. Можем, но мы будем на выживших, а они будут на маньяках. Ну да. Ну, зато мы в пати в одной. Ну да, это наш единственный способ. Или сыграть с ботами. Блядь, с ботами так неохота, если честно. Боты. Ну, давай, на самом деле не факт. Не вижу ничего плохого, пойти за серов скатать просто, в чем проблема. Ладно. Мы когда играли, патькой, бывало так, что кидало нас то на суров, то на клоунов отдельно, да, несмотря на то, правда. Что мы в патьке. А даже это отдельно правда. Кидает. Это правда, да. Да ёбану. Значит, один человек может быть на клоуне сейчас? Можно, может два. Может и три, все мы три клоуна. Посмотрим, как будет. Давайте глянем. Настройки прокинут, что-то мне... FPS не особо понравился, блять. Боишься, что ИИ победят тебя? Блять, я недавно в ИИ запросил, типа, цветочек с огромным хуем, он выдал мне, так что да, страшная штука. Интересно, блядь. Интересно у тебя запросы, конечно. А я просто проверял, может ли ИИшка, есть ли у нее ограничения, или она будет все равно член рисовать. Да, ради научного интереса. А огромный ты зачем туда написал? Это уже мои эти желания. Закиньте трех сироток из чата, блядь, да нахуй найди еще сиротку, которая, блядь, за 10 тысяч тенге, блядь, купил эту игру. Смотрите, Дэна Велга, у него работа, у него рекламный. Да я, конечно, тоже найду. Ну я человек. Кто за кого? Я тоже хуй. Я тоже человек. Человек. Ну все, все сурвы, ребята. Да, три клоуна. Ну да, все на... Там, ох, нам пизда. Ох, ёк. Там крутой клоун. Что это? Там справа какой уровень? 50-й? Ладно, давайте делать. Так, объясняйте, что делать. Искать. Да, почему у нас звук снизу есть, когда мы бежим, он громче? Это как так? Они будут слышать, когда ты бежишь. А ножом можно дамажить клоунов? Да, можно. Ага. Так, на стамин. А вот эта шкала посередине, это типа как я шумлю? Да. Да. И они типа слышат, если громко, да? А как клоуны будут конкретно пиздить? Стрелять с бластеров по нам? Ёбаный в рот, что у меня, блядь, происходит на фоне. Так, это я бенз нашел. Бита или труба металлическая, Максон? А у меня уже, пацаны, походу, все. Я уже нашел. Прикольно. У меня уже два клоуна. Какой вопрос там был? Блядь! А, все, ёбаный в рот. Уже похуй. Если что, то еще есть рез машины. Если всех убьют, человек может подойти один раз и взять машину, и все, кто мертвый, воскресятся. Угу. Да ебать, откуда уже клоуны? А тут пиздец. Тут уже три клоуна в одном месте. Окно! Окно! Оно не лезет, оно закрыто, блядь! А бункер никто не видел? Не умер. А, я в какой-то игрушке. Каконе. Каконе, да. Хуя, я за типа огромного играю, блядь, который в приседе больше машины, блядь.
За крабика, походу. Просто опять всех просить что-то покупать. Он меня потерял. Он уронил меня куда-то под текстуру. Под текстуру. Лиску. А, под текстуру? Да, я под текстурой лежу. Так ты тогда, скорее всего, погиб. Не-не, я меня потихоньку выталкиваю. Слышь, Клоуня, у меня револьвер! Я дробовик нашел, нихуя. Да, блять, нихуя, я тоже хочу оружие, блять, найти какое-нибудь. О, Лиска, я вылетел! За тобой, за тобой. Арсюха на крюке. Меня уже посадили, да, но здесь туннели ты слышишь. Туннели, да? Туннелеры, блять. Лиска! Я, блять, нашел только энергетос и бургер, блять. И этот компас нахуй. Я одного клоуна убила. Помогает со второй. Бля, что дроб. А это бот, блять, или кто это бьет? Прикольно, кстати, ладно. Так, лодку заправил на причале, осталось только пробить благо. Мужики, блядь, сзади лежу. Мне нужно добить. Есть хилка, брови? Надо, блять. Ну, а чё? Хилки нет. А, ты мне это, давай, давай. Арсюха, блять. Блять. Ай, брат. Меня убили. А, кто бросил меня с клоуном? Надо его добивать. А, его добивать нужно еще? Да, он когда нокается, надо подойти ему еще въебать несколько раз. Ну, кто знал. Арсюха, вылазь, заебал, блядь. Это пиздец, долго мне достать? Короче, когда клоун падает на жопу, нужно ему бить по голове. А там еще надо было таймик нажать, но я проебался. Понял. У меня хп 0, Дима. Я не могу идти вообще нифига. Это клоун дудит там, да? Это я сделал. Нет, стан, стан по клоуну. Это стан. Что за флэйр? А, это стан? Я просто проиграл. На мне. Димон, хилочка. А, блядь, за брови бегу. Нету. О, блядь, ну неужели нахуй? Все, пацаны, у меня топор есть. К вам подойти, помочь кому-то? А зачем мне флайер? Да, за мной бегает. Блядь, а нахуя мне флайер, блядь? Максим, нахуя его рожок? Он набегает. Видно, тебя на карте. О, Димас, я тебя вижу, беги ко мне. Блядь, не знаю, как объяснить. Вот, блядь, меня, ой, блядь, меня клоун ебет. Да ладно, не надо тебе, наверное, бежать. Да-да, наверное. А так за тобой же тоже улице, клоун. А как его выключить? Как выкинуть эту хуйню? Вот я вижу. Правой кнопкой и левой потом как-то так. Как много здесь информации. Нахуй, броха. Я какую-то ключ-карту нашел. Пошли. Ключ-карта для бункера. Ключ-карта для бункера. Где это? Где этот бункер? Надо найти. Здорово. Надо брови спасти, он где-то лежит. Да ты чё, блять, а? Пошёл нахуй, блять. Это пиздец. А. Нет. Заложить? А, брови убил. Всё, брови убили, да. Надо найти ресо, такая машина. Она бьёт таким синим лучом наверх. Блять, у меня... Ой, кончились! Сука. Не продюзать. Ебаная. А, ресо ты синим лучом бьёт? Фиолетовым? Да, вон, видно её синий. Вон она бьёт синим лучом в небо. А если фиолетовым? А фиолетовым не знаю, что бьёт. Блядь, не она. Она, короче, резнет всех, подходи, кто мертвый. Двух Ризу и Арсения вернет. Понял. А, у меня, конечно, вы клоуна убили? Спас, да. Я пиздил клоуна, я не знаю, он типа куда-то испарился, блядь. Но да, я значит, не... убил его. Я в голову ему не добивал, если что. Я ему в лицо бил ножом. А, да? Угу. А, и у него крит в нос. Если бить клоуна в нос, у кого-нибудь есть дробовик? Нет, спаркплага нужна. У меня же нет. Был у меня. Так, клоун вставляет какие-то лампочки, блядь, да, он, походу, хочет возродить, да, их? Нет, когда 12 лампочек, они доставят, вставят 12 лампочек, а ты мне есть ключ-карту. Да её в последнюю очередь надо применять. Может, пока её надо сделать. Положу её прям там рядом. Нажми на таб, справа выхода у тебя написано, бомб шелтер. Бля, там, пацаны, не, я не убил его. А, Алькор, у тебя есть карточка? Я её уже выкинул, да, а что? Блять, давай я нашел, взял. Я походу знаю, где выход с карточкой. Пошли, встретимся там, где мы виделись. А я у меня вот бункер. Есть карточка. Вот бункер. Брат, ну вот, да, где, там, где ты ее нашел, давай там встретимся. Давай, я. Ладно. Ладно. Бургер дал, надо? Спасибо. А вы, ребята, вот этот бункер, Максим, открывается. А вы, ребята, больше не можете возродить никого, да? А, все, тогда я кину. А, можете? Могу. Вот эта штука, это очень нужная штука. Я нашел бункер, нормально. Что это такое? Эрхорн, нахуя, чтобы все меня знали, где я? О, блять, иди стань его, нахуй. Как? А им? Просто подойди, заставить клик или левт-клик. Хонкай в него. Крафт-клик? В него надо. Просто левт-клик. Еще один клоун. Ножом. И ножом, давай. Еще один клоун. Мы хуярим с брови. Ой, хорош, и по носу у меня. Все, убили одного. Вот, в прошлый раз так же было, но он вернулся же. Ну, конечно. Алькор, вот он здесь, да? Да, я сюда уже скинул, вон она, видишь, лежит тут. Тут надо заправить генератор. Потому что сначала генератор заправить. О, карта ебать.
Клоун! Вы не видите? Лучше ничего скажите, понял, мне интересно. Может, подеремся, есть чем драться? У меня есть стан ему дать, вроде как. Давай, давай, давай. Рез машина. А, я понял. Да, синий в небо должна быть. Дал стан. Хуярили. Здесь фиолетовое, желтое в небо. Надо оружие, у меня оружие почти сломалось. Или оно заряжается, да, со временем? Да какая-то хуйня. Нет. Вам менять нет? Надо. Вопрос, есть у кого по играм? А мини-играм ты вещи? Мини-игры, да. Да, спасибо. Вот я пытался, да. Я вообще ничего не нашел, кроме оружия. Да, ребят, то есть. А, фиолетовая рисунка. А где машина вырезка? Димас, клоуна. А я тебе какой-то, блядь, дал это нахуй. Она, по идее, должна это в небо дал. Лучом бить. Дал какой-то, не знаю, мороженое. Она не бьет. О, надо спарк плаги. Может быть, оранжевым нашел. Спарк плаги вот здесь тоже нужны. Ну, типа, вот это она, по-моему. Окей, нет? Ребята, прорисываю. Опа. Так, тут клоун. Я нашел спарк-плаг. Куда? О! Здесь есть лодка. Это ты идешь с фонариком? Это Алькор? Не-не-не. Это не она. Это не ресылка. Куда спарк-плаг? Ну, на край карты, вот, край где карты мы появились. Самый, да. Вот здесь клоун бегает. А ты бежишь, да, клоун? Ты за клоуном. Есть да, что я... по клоуну? По клоуну есть что? О, вот давай на край карты тебе надо. У меня есть... У меня есть, давай, я помогу. А, Димас, тебе. Димас, даю тебе а бейсбольный мяч. Ебаш его, ебаш бейсбольным мячом. Ебаш его. На нахуй. У меня сломалась хуйня. Оружия больше нет. Вот, да, правильно. А, это броуди. Все хорошо. Алькор, я тебе дам, оружие. Дал туда же оружие? Давай. Не дам. Наебал. Наебщик. Как это телепорт. Да? Заводи, найти эту хуйню. А вы уже можете уезжать? Да, наверное. Ну, блядь, почему да, нет? Блядь. У вас движок уже есть? А, ребята, да, все есть. Так, блядь, зайди ты в сторону, да, сука. Да, можем уехать. Увози нас. Да, все готово. Гамбургер. Да. А да, парни, да, да, будем парней ждать? Ну, ладно. Не ждите. Там у нас вроде больше мест нету. А, да? Ладно. Ну, мы съебались. Да, я видел, да, что... Спасибо, Радкил, за переподписанчик. Yeah, благодарю, мэн, за поддержку. Так, а мы теперь можем помогать чем-то, да? Максон, у тебя хп полное? О, Resurrection машины из Reddit. Resurrection машины из Reddit, да, что такое Resurrection машины? Ну, то, что Максим говорил, наверное. У тебя же очень мало хп. Ну, кстати, с пистолета видно. А, бля, меня прям пиздят. Пиздят, да. Спасибо, ребят. Тут кемпят ебучий бункер. Ты один остался, если что. Я понимаю. Я понимаю. Ой, а тебя балун поп. Time to input. Подожди, пока не давай, пока не давай. Могу бургер дать что-то тебе давай, еще. Давай, что-нибудь, давайте что-нибудь, блядь. Бургер, энергетик. Блин, не могу дать пищу. Энергетик хорошо. Даю, братан. Ага. Бургер, давайте, ребят, еще бургер, дал, давайте дал еще. Бургер, дал бургер. Бургер ем, отлично, отлично, команда. Где резерекшн машина теперь, говорите? О, я могу, Максон, могу тебе дать кирпич, надо? Что надо делать? Нет, кирпич не нет, надо. Не надо. Я просто не знаю, как бургер, блядь, вытащить теперь тебе. Как выкинуть нахуй хуйню, С. Ребята, только полезное. Кирпич не полезный, Эрхор, да? Максим, как дать той карты, которую я придержала? Не, нет, это твоя уже, Лиза, останется. Эрхор, надо или дискарднуть? Дискардни. Я не понимаю, где рез машины. Если вы мне поможете ее найти, я буду очень благодарен и рез на вас. Я единственный мяч могу дать, но... Через 5 минут игра закончится. Ну ты говорил, что синяя должна быть. Да, синяя в небо. Это если мячик не нужен. Желательно, самое лучшее это энергетики, блядь. Вот есть еще труба. О, труба хорошо. Труба имеется, спасибо уже у меня. А теннисный мяч интересует? Нет. Ладно. Я типа подскользнулся или что это было? Я почему-то нихуя не вижу, как будто у меня какой-то замедление. Максон, даю кирпич. Блять. Кирпич я тебе нужен. Не нужен. Не. Блять. Ребят, очень нужны всякие энергетики и прочая хуйня. Есть мяч. Не, мяч не надо. А, говно вроде, да. Да ёбаные кирпичи, нахуй. Не, могу дать кирпич, кинь в клоуна кирпич. Ты, блядь, умный, нахуй, что ли? Да хуя. На кирпич, Максон, ебаш. Ща, я ему... Ебальник начищу. Максон, револьвер держи, блядь, ещё. Револьвер, отхуенно, кстати. Бля, прикольно с мини-играми.
Ну факт, типа, ты не сидишь, не дрочишь бесполезно. Да, не сидишь, хуйней страдаешь, а прям все есть. Блять, опять теннисные мячи. Повсюду нахуй теннисные мячи. Я вообще нихуя полезно не понял. Максон, у тебя хп полное? На мячи, блять. Кто полное? ХП полное? Нет. Нет, могу гамбургер дать. Выкинь, выкинь, дам тебе сосалку. На, дал гамбургер. Дал гамбургер, ешь. Суки душат. Ребята, на столину надо что-то очень срочно. А чё, я упал? Он, видимо, тебя что-то поймал. Ну, это какая-то охуенная. Ловушка? Ну, что-то там было больно. Чё, ты умерчик? Умерчик, умерчик. Умерчик, жалко. Я до сих пор не понял, где находится рестлская машина. Я её, блядь, носился, так и не нашел. Я вообще не понял. Там ребутинг, он ресурекшн машины почему-то пошел. Непонятно, как она работает. Может, его кто-то воспользовался, кто-то, не помните? Да нет, нет, сверху, когда уехали, она написала, что она активной стала. Да. Может, она не сразу активна была просто? Она была активна после двух смертей. Ну, это странно, короче. А ты пришел к синему лазеру может, в небо? Может, какой-нибудь прокачанный клоун нет, может ее поломать? А, не было, я видел просто синий лазер с центра карты. Сердечко на карте, возможно, ресалка, я не видел нихуя, если он... честно. Есть ощущение, что ее сломали. Так, по-моему, так нельзя. С Брайан, ну, блядь, 4 клоунок заебашил, ну, блядь. Моя убийца. Это не меня с ними заперли. Это их заперли со мной. Убил 4 клоунов, а клоунов всего 3, кстати. На карте она вроде сердцем обозначения. Так а карты же нету. Блин, ну вот это вот то, что нас тоже рандомит, это, конечно. Но я человек. Ну, я хуман тоже. О, ну. Может, это зафиксили. А, так не похоже. Может, зафиксили, но... Только лобби-то у нас пустое. Просто у нас лобби пустое, да. Опа, я думаю, кто-то так же использует этот скины для того, чтобы прятаться. Да, преобразиться, так сказать. Ну, я бы тоже тогда поставил себе. А, чел ливнул. Просто черный скин? Угу. Ну, чтоб не было видно. Я залез типа, полностью в куст ебаный, меня ни одного пикселя не было видно, мне подошел клон, стал возле меня, въебало, и я умер. Ну, так вот. Я думаю, они там видят даже без этого, да. Они слышат очень круто. У них, когда ты, типа, и когда ты бегаешь, у них такие, знаешь, как у Джейсона, беленькие такие разводы по карте, я понял. И на экране тоже от третьего лица они играют. Это точно игра про клоунов убийц, а не про маньяков, паникеров с фобией клоунов. Почему-то мы их пиздили. Не они нас. Вообще, Тима, все Стима, а клоуны с плойки, а там ее, может, раздают где-то, я не знаю. А что это? Ага, это power button. Шум добавить. Power button. Кто я? Опа, я кому-то в дом прокрался. Кто около домика? Возьми, это нам надо. Кому-то в дом прокрался клоун. Кому? У меня есть ключ. Да, типа еще ой, время, когда берут... А, ребята, имейте в виду двери. Двери можно запирать, и клоуны не могут лазить в окна. Как в пятницу. Бровян бургер не забор дает, блин. Что, двери можно запирать, да. Надо найти компас и найти а где. У меня где есть компас. Компас? А где ключом открывается, ключик нарисован выход? А тут хуй знает, тут нету ключа. Я слышал. Я свечу нашел. Достань компас и нажми на кнопку, и тебе покажут, где все выходы. А, пацаны, а вы лодку когда делали, вы свечу использовали для этого? Какой именно? Да. Нет. Да. Вот с ключом, ключик такой. Свеча и бензин нужен. Свеча, нет, свеча, да? Ключик, все, окей. Держи. У меня свеча есть. Свеча для телепорта нужна тоже. Ой, блядь, на лодке на телепорте могут... Меня вкреплять блядь, начали здесь нету? Клоуны. Не понял. А в прошлой была такая выход с ключом. Димас, видел лодку? Нет. А давай на развороте отпиздим. Давай отпиздим. У меня есть ключ от... От чего? Как понять? Я в кусты заныкался, сейчас его. На развороте давай отпиздим. Ребят, чё, клоун ебаный, блядь? Около дома. На нахуй. По носу ему, блядь. Хорош. Гейт-кей какой-то, мужики, нахуй он нужен? Что, Лиз? Лиза, что? Хорош, пацаны. Есть компас, что тебе нужно, Димас? Какой тебе выход нужен? А у меня кончился уже... У меня тоже нет. О, появился, вот тебя показывают. 60 метров туда, направо, да, да, графон направо. А, меня вдвоем запинали. Иду, а у меня тут дом какой-то. Да, у меня есть ключ. Бля, здесь палка есть, надо палку брать, надо запиздить его. Что такое гейт-кей? Он нужен. Вот это, так, гайс, я нашел бензин, если кто-то скажет, где лодка есть, было бы круто.
Я свечу нашел. Хорошо. Или уже есть? Есть, если есть. Карточка... Не подсвечивают Алькора с ключом, блядь, на сейчас, погоди, компасе, вот у меня компас есть, ну-ка. Ну, если у кого-то карта будет... Клоун, отпиздим клоуна! У меня нечем. Давай. Я могу только мяч в него кинуть, пацаны. Карточка доступа нужна, и в бункер можно съебаться. На, по клоуну помог, это все, что я могу сделать. Нам не три клоуна. О, понял, пацаны, это не все, надо острый объект. У меня есть. Надо что-то острое заебать. У меня есть, а где вы? Там, где ключ, если у тебя... Блять, я не знаю, нарисован. Почему так кора подсвечу? Блять, уронил его. На ему по носику, на. Да хули он встает постоянно. Можно бежать. Да потому что нету ничего острого добить его. Есть это. Есть острые. Есть острые, у меня есть нож. Только ног его типа дайте. А, сейчас сделаем. Он убегает. До этого можно было любой пушкой убивать. Машка, блять. Он меня. Ебашу, парень. Бля, пацаны, я это. Понял. Все, я выбрался нормально. Нож проебал. Я подойду сейчас. Блять, у тебя палка сломалась. Я подойду. Да у меня есть нож, скажите, где вы находитесь, блядь, как вас найти. На речке направо, вот где мы виделись, ты там такая мост и там. Лодка будет сейчас заправлена тоже. Вы возле маяка? Вы возле маяка или нет? Хорош, Брайан. Бля, нету. Вот, Арчуха, я рядом с тобой. Я их не вижу. А, вижу. Лодка возле маяка. Вот я вот, блядь, смотрю. А, блядь, она вон там внизу, походу, да? Я могу сказать, где лодка находится по карте. На юго-западной, самая юго-западная часть. У меня пришел тут клоун бежать плохой. Так у меня лодку. Я лодку сейчас починю. Иван, куда нужно? У тебя свеча есть даже для нее, да? Там клоун, вот там, где. Ну, уже съебали все, уже не надо. Вы их так развлекали, что я все сделал, блядь. Не, ну мы на самом деле реально клоуном там порядочно напиздели. Блять, вот это я заспавнился перед клоуном прямо. Свеча готова, можно втроем уходить. Это юго-запад. Блять, Леха. Да тут клоунов пиздец. Да, я вижу, ничего не могу с ним сделать, вообще нечем отбиваться даже. Только бургер, блять, есть. Держи лап. Спасибо, а ты мертва, да? Угу. А что ж ты так? Блять, а чё с пингом нахуй? Ну, на меня толпа клоунов напала. Ай, мне хуёво. Бери карточку. Бля, тут ключ-карточка нужна. А, пизда, меня сейчас клоуну закурят. Ничего он тебе нахуй не сделает. На нахуй, блядь. На нахуй. Застань его! Расстреливай! Добавь ему, есть чем добавить? Нету, ничего. Вот такая есть штука. Блядь. Блядь, я сейчас стану лампочкой! Пизда, я стал лампочкой, пацаны. Ищу чем его уебать. Бежим нахуй. Понял. Парни, помогите, я лампочка. У тебя есть стан, лап. Похуй, едем. Помогите! Мы не сможем ехать. Блядь, мы не сможем. Стан я уже скину. Просто съебывайся, Алексей, если получится. А ты видишь меня, Сеня, да? Да, вижу. Нет, стамина нихуя. Вижу тебя. Он меня вставляет, блядь, в прибор ебаный этот. Ой, блядь, как больно. Сука. А, кирпич не кидай, не попасть надо. Я не успел. А, не успел, туннелит, сука, кирпичом его захуярить. Уебан, сразу убил. Спасибо. Даже не связал. Сейчас будем отрезывать, слышите? Может, с компасом получится найти машину? Вот три патрона. Ну, с нами вот рядом двое ходят, ну помогите вы, ребята. Или вы тоже от полу убегаете? Я тебе попробую, пока меня резают, на тебя это... О. Хилки тебе дать, а. Возьмешь ключ, вражи, есть ключ местный? Нет, пошел сзади. Где ебаная резающая машина? А где ты ключ-карту нашел? Выход из ключ-карты. Альгор. Мишань, ну я его убью, но... Меня Брайан освободил, нормально, все четко. Графон, есть слот? Нету слота. Под ключ, здесь ключик лежит. А, ну я могу забрать. У меня вот тут типа есть... Сейчас. У меня ключ-карта, а здесь ключ. Давай, возьму. А, у меня компас есть, окей, хорошо. Металлическая пайпа нужна кому-то, у кого-то нет оружия? У меня нет оружия. А... Но ты выдаю. Не рядом с нами, я так понимаю. А я тебе могу, да? Выдать, нет, я ж труп. А, сейчас давай съем. Съешь что-нибудь, да? Оп, ага, съел, держи, все, просто. Давай. Ебать, ахуй. Нет, это клоунская хуйня. Ух, ебать, куда мажет. И сюда вешают. Чуть-чуть. Сердце на карте, не оно? Спасибо. Ну, оно выходит там, да? Там, там бункер, да? Ключ картой. Блять, ой, на меня парни, блять, встань, ебаный рот. Ебут. А вот синяя, да, вот она. Реально, сердце на карте, оно. В носик ему надо! Надо острый.
Так, как у тебя по хп? Может, съешь один бургер, я тебе дам энергос? Давай, давай. Добить чем? Добить? Да нечем добить, острова нету, блядь. Есть, а есть, да? Кого добить? Кого добить? Вот тут, вот тут два клоуна, блядь, рядом бейсбольная. С нами. Мелкого? О, да, бейсбольная, да, бита, надо хорош. Острый. Давай, давай. На, сука, ебаная. Иди сюда. Блядь. Ща. Сзади, за мной, прям сзади. Давай, добивай. Пизда, я не успел. Ща вот это вот ебашим. Ключ карты ни у кого нет? У меня, я чищу здесь паутина. Оружие кто-нибудь может бункер? Там блять, он хилится, да. Заебал! Ну я бункеры паутины, я паутину снимаю. Понял, давай. О, чё с ебальником, блять, а? Бей его, Арсений, бей его! А я не могу, у меня всё, ребята! Ой, блять! Парень, нельзя карту, мне задефать надо. Димас, ну мы тут флексим с ними, но... А я груша, ебать. Блять, а почему бы меня... Ты сможешь разрезать, ты сможешь на нём разрезать. Вы давайте предметы, кто мертвый. Оружие, да, какое-нибудь. Я игры прохожу, парни, погодите. Оно мне не дает просто так. Димас, как там? Держи, Миш. Спасибо. В нашу половина. Половина. Пью. Убегаю. И беги, пей, беги. Я бегу, пей. Нет. Блять, еще один бейсбольный мячик. Я сейчас, бля, он меня убивает. Я бегу помочь, Тим мелкий сын. Все, я открыл. Пошли, Арсюха. Все, с ебом, давай. Жесть, я спасать тиммейтов! Блин, я резко. А, там два места, все. Там три места. Три, походу. Гайс, и осталось на лодку бежать, она тоже заряжена. А ты один остался. Я знаю, я ресую. А-а-а. На лодку бежать? Проведешь? А, на лодку, там все готово, просто нужно стартануть двигатель. Надо провести на лодку тогда. А я не реснулся. Клатч перформанс, блядь, ачивмент. О, реснулся? Я реснулся. Только я, ну, не знаю, да, я не знаю, куда мне бежать. Веди на лодку. Я же сказал, Southwest. Видишь, Southwest? Yes. А, SV. Ну я же там был, блядь, да, уже. И вот когда придешь на самый Southwest, просто поверни на West. И беги, и упрёшься в лодку. Так это, блядь, мы около бункера, я прям бегу, где я сдохну. Да, именно так, рядом с бункером. Все верно. Графон, ладно. Хорош. Нарго сразу стамину восполняет, да? Да, как только клоунов увидим, жрём и бежим, понял? А бейсбольный мячик? Клоуны за мной. А где ты есть? Отрубает их, видимо, на время. Я прибежала на Southwest. Пойдём быстрее тогда. Ну-ка. Бегу на West. Жрём. Погнали, блядь. Pound for pound, I predict some dead clowns. Вот тут лодка внизу. Рядом с бункером ещё. А, два выхода. Надо лишь как-то сейвить. Бля, мне кажется, я почему-то не туда бегу. А вы же не влезете. Бегу заводить, настрой как раз. Ничего страшного, да. У вас четверо. В смысле? Заводите, но не уезжайте, слышите? Заводите, но не уезжайте. Я уже чищу. Да, Лиск чистит. Я на дайфе стою. А, ну походу я и не влезаю, блять. Влезаешь, я тебя тащу. Я взял ключ, я если что, с кем-нибудь сворот. А. Окей. Знаток карты. Ага, рядом. Клоун стыпался. Ебашим его. Стан ему дал. А, блять, не даю. Ой, блять, нихуя! Блять! Дайте въебу ему, блять. У меня еще двое за мной еще. Как он встал, блять? Ну что, у нас нету ничего этого. Надо уезжать, походу. Заводи. А не заведи его, я сказал, заводите. Так надо завести сначала, не так просто. А что, не понял, что ли? Я сказал, заводите, вы не слышали? Я на клоуна переключился. Так, где. Держи. Биту. Давай, но у меня хпшки нету, чтобы биту юзать. Так Лиза села уже. Уже Лиза готова бывать. Блять! Уезжай, прыгаю! Прыгнул! Уезжайте. Похуй. Фу, блять, ну жестко. Ну вот это, конечно, блять, бесит немного, что чтобы убить клоуна, нужен острый предмет, типа, блять. Вот это раздражает. Компас, пожалуйста, или типа. Ну они пока нам не дали. Сука! Давай, Алько. Да, написано, что резюрект машин. А, брокен это после резко. Ага. О, вот это ты один. А вы когда сидите в лодке, они тоже могут вас стрелять, что ли? Алькор со мной уже, не? Нет. Не, я умер, а я... меня клоуны убили. Ты скорее, ты когда сидишь в лодке, у тебя есть кнопка отъехать? Не, а клоуны вас могли в это время убивать?
Думаю, да. По лору и просто включите. Я говорю, уезжайте, потому что я думаю, вас убивают нахуй. Вы говорите, садитесь, садитесь, садитесь. Настя, давайте. Я не знаю, я никогда не сбегал на лодке. Бля, походу я мог просто добежать до вас и все. Да, ты мог, но ты убежал в другую сторону. Нет, не там просто пока хорошо, это, я думал, клоунов развести. Бьет она так себе. Ну, лучше мячика. Лучше, лучше. Всякие энергетики и мороженое лучше всего. Еще. Компас тоже хорошо. Блять, они здесь. Гамбургер, конечно, неплохо. Хилка, ну, есть. Патроны. Патроны для не нужны, наверное. Мелкий ублюдок. Есть труба металлическая. Клоун апокалипсис? Что ладно. Это? Гудок. Гудок даю. Это же палит меня сейчас. Они вроде не видят этого. Не палит. Так, энергетос есть за это заряженный. Буду готов еще дать. Я видел ворота, ебаные, блять. Энергетос, давай. Прям сейчас даю, давай. Даю. Оп. Найс. Сейчас ко мне мороженщик приедет, я попробую съебаться. Потому что все знают, что мороженщики ненавидят клубней. Да, он выбивает там. Это их реслка, да. Нет, они сюда коконы носят. А, да? А у меня тут спавнился клоун. Может, на ТП-шку нажимал? Может, там ворота? Не похоже, что они там. О, ну у меня оружие для тебя есть, если у тебя труба сломается. Я держу тебе сосалку. Окей, пока не надо, я скажу, когда. Погоди, а разве ворота были не там, где лодка была, справа? Да? Канализация, да. Да, может быть, а все три выхода рядом были. Я на компе смотрел, в разных местах выхода были. Ну мне теперь нужно только ворота. Секунду тебя. Окей. Там, сейчас так, клоуна бокалипсис. Я по таймингу гасанусь. И побегу на мороженщика. Где он, блядь? Вижу. Сосалку. Вижу. Давай. Есть еще одна сосалка. А все, уже похуй. А ты просто сюда убегаешь и все? Соси, беги, соси. Да, все, все. Прикол, блядь. Ты последний остался, потому что? Да, это как люк, типа. Нормально. Нормально. Разрушилось. Почему там проход был? Да, там мороженщик за 30 секунд до конца выбивает. Мы могли все съебаться, получается, вообще. Да. Не, если б я съебывался, то, возможно, ребят бы на лодке убили, я не знаю. Здорово, Флаверкэт. А смотрите, а ножи можно в маленьком слоте таскать, а не в большом, или только да. В большом? Да. Но, реально. Да. Но реально, основное оружие и нож находить 100%, типа. А клоун с одного пунька есть. Меня больше удивило, что удара. Мы уронили клоуна на жопу, стояли, пиздили его втроем, пока он в ноке был. Шарп, и он не сдох. Шарпа этого нету, потому что. А нужно именно шарпом? Да, нужно именно шарп предметом. Вот они как будто обновили лап. До этого можно было хоть сковородкой ему прошить. Нет, да, нет, это говорят по лору, типа, такая тема. Клоуны типа, режущих предметов? В фильме типа пунькали только так, ножом. Секунду. Опа, Лиза. Вот так вот. О, Лиза клоун. Ну давай, Лиза, замьются пока тогда. Окей. Так подождите, а вот третий. Лиза повысилась. Лиза клоун. Повышен! Хонг, хонг. Сам стильный какой. Шо у нас? А они слышат войсик, когда мы с ними общаемся? Нет, нет. Ну мы ж бля тут общаемся, а не там. Не, ну если скажу войс, там мало ли. Не могу знать, Димас. Все, и ножик найти. Сообща за клоуном. Так, есть так, бита, клоуном. Есть нож. Да, вот у меня бита есть. У меня есть энергет. Острая штука. Какой-то хук. Пуджа. О, и нож нашел. Все, блядь. Флайер, что делает еще раз? Подсвечивать тебя на карте для всех. На колесо две свечи нужны. Да, здесь. Блядский рот. Ого. Это неплохо. Лиза, нет! Их тут трое! Меня, ребят, под душу. О, тут револьвер есть, бля, я на револьвер нашел. Кто-нибудь знает, где ключ применяется? Не нашли, понял. Против нас играет. А револьвер. А револьвер это большой слот же, да?
Нет, маленький. Ну я что-то, блять. Я нашел этот. А, да, ебать! А гаечный ключ это просто бизнеса? Да, оружие. Блять, можно идти им кабину нахуй всем ломать этим клоуном. Я по съебам. Мне хуево. Есть лодка, но надо. Парк-плагом. Бургер. Nice. Специальную карту нашел и этот. И ключ. Угу. Приветик. Спарк-плага и бензин надо. Карточка есть. Что это? А, я ее не подобрал, что ли? А, я думаю, я мороженку оставил. Да. А, чё? Так, лол, ебаный причесался, сука, ничего не нравится. Блять, да в смысле в wrong input, блять? Вовремя штыкаю. Чё нам выпендривается? Так странно. Бля, на мне клоун. Я слышу даже двоих клоунов. Ревик бы ссылка. Плюс один будет отпиздить его? А где? Знал бы я где ты. А нож есть? Помогу. Бля, хрен объясню. У меня есть, да, все. У меня тоже нож есть, но это вот я с Максоном рядом. Короче, да. Пофигу. Пошла драка. А, это Максон, давай, у меня нож есть, если давай, что. Давай, Мишань, ебашим его. Блять. Мы друг друга нокнули, блять. Ножом его сыпнул. Еще один сзади. Да. Что такие есть? Ваня сам орёт нахуй. Нахуй. Ты только взяли? Да, но там меня графон спасает. Я брови бы увидите, не вижу брови. И ножом, и ножом Лиску! И меня освободить рядом. Давай, иду. Да, Миша, MVP нахуй. А вы здесь сегодня как школьник Риджан? Да. А что значит wrong input? Я что-то, я то ничего не то тыкаю. Клавиши, видимо, да. А, там это правую, когда левую надо нажимать. Блять, вот в чем дело-то было, оказывается. Госпроплаги и бензин, ребята. О, так можем с бункера съебываться, слышишь? Да, у меня есть карта. Пойдем. А, да, ну все, погнали. У меня карта, и вот а вы знаете, где бункер? Да, прямо и налево. SENE. По идее СВ, но возможно НЕ. НЕ скорее всего. А я бункер видел, где бензин надо заливать и карта, да? А вот он. Он прямо ЕС. Он прямо тут, ЕС, да, был. Вот здесь, да. Так, ЕС? Все, ебать. Ждем заливать, да, прикрываем. А сколько слотов на бензин есть? Есть. А у кого еще есть бензин? Надо бенз на лодке уплыть. Нету, есть только карта. А сколько слотов, говорю, на этот очень важно бункер? Нам залететь как быдло, чтобы этот тип остался здесь. Так она, так тут 3 месяца. Нас больше, типа, да. А, бункер только на троих. Закройте бункер. Во, Лёха, смотри, Лёха, иди сюда с ключом вот этим. У нас клоун. Куда? Или кто это? Сюда. Вот, иди ко мне, вот я сбоку, налево. Он здесь. Я вижу клоуна, я вижу клоуна сначала. Давай отпиздим. У меня нож есть, если что. Ребята! Нормально, все. Сеня, не делай. Веди, Мишаня, веди. Делай, пойдем, вот сюда, Лёха. Крыса сидит, мышь сидит, блядь. Так делать или не делать? Делай. Так он же сейчас стебется. Ну, да. Очищай. Тут мышь сидит, блядь, смотри. Да, я сейчас не... А это общий выход, что ли, с ключом? Я не знаю. Бесконечный? Это надо на троих. На троих. Тоже на троих? Выход по мосту на троих? Ладно, я пошел в пизду. А, и там чел съебался, пацан. Давай. Да, он просто сел на ход. Не могу юзать, как юзать? Тут нужно сначала вуден барак топором сломать. Блять, это барбарян есть топор? Любая ближнебойная пушка, понял. И потом ключ, наверное. Ключ есть. Брайан, ломай. Ломай хуйню, Брайан. Ближнебойка. Да. Давай. Хорош. Ага, есть. Юзаю. Прикрыть. О, мне пизда. У меня три выстрела. А там разные клавиши, блять, я не знал. Нормально, у меня ключ есть. Эркорн Димас есть, если что. Почти открыл, мужики. Димас, можно перепрыгнуть, они умеют перепрыгивать в окно. Пробелом. Открыл, парни. Качественно. Бля, нам бы Димаса спасти по-хорошему. Нам бы Димаса спасти, да. Брови ушел уже. А я не знал, что он сразу прям уходит. А, ну, нормально. Меня в состав. Дима, где ты? Скажите ему по компасу, куда бежать. А, Дима, по компасу на Е. ЕС. Спасибо, Арсю. На СЕ. Он почти пришел. Он видит, а он забудет. Да, вижу. Давай, Димас. Так у нас же тут только 3 слота. Серьезно? На мосту. Или нет, или на мосту больше, Макс. Хочешь, на мосту сколько хочешь. Ага. Давай, все, тогда сюда. Все, ребят, молодцы. Погнали. А, там не шифтовать надо!
Почему? Блять, а меня что-то мосту. Блять, просто обвалился. Так он на меня застанил, типа. А, он мост обвалился, я понял, да. Надо перейти мост, не шифруя. Пиздец. Да. Кто мог подумать, нахуй? Всегда можно попробовать сбежать с другой стороны. Например, через портал, два спарк-плага, или через лодку, бензин, спарк-плага. Ой, блядский рот. Нет, мне не нужна, да? Мишаня еще есть, так можно. Через 30 секунд. Через 35 секунд можно будет рестать. Я ему сразу скажу, что выйдем. Ищите на стамину Димаса предметы. Да, уже. Есть энергетик для Димаса. Давай. Отдал. Димас, на бегу используешь или нормально? А, если когда преследование. Он выпал. Когда преследование, да. Возьми его вместо теннисбола. Да. Да, сука. Мне бензин надо найти. А где резерекшн? А кто-то есть мертвый? Да, да, Мишаня мертв. Ресурекшн машин рейди, кстати. У меня есть это палка, ветка. Ой, они тебя полюбили. О, держу энергетик, еще один, Димас, для тебя. Фулл стамина, Димас, после выпивания энергетика сразу. Да, на. И да, еще держится с ним часами. Пенисбол, блядь. Димас, зарефилил тебе. О, бесконечный энергос. Да, тут команда работает, блядь. Дима, ищем энергоса для Димаса. Дима, бургер на готове, если что, если надо похилиться. Бля, бензин может такой хуйня быть? Не здесь, нет, бензин должен стоять просто. Дима, у тебя хп полное? Нет. Давай бургер, вот это закидываешь мячик. А я не могу, наверное. Можешь, 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 она восстановит. Сейчас, подожди, мне съебаться надо. Это мой клоун. А нож у тебя целиковый? Да, целый. Бейсбол говна, карточка. Патрон на пистолет, не нужно. Выкинь что-нибудь, да? Димас. О, блядь, о, перед ним пробежал. Угу. Все, убегай, даю бургер. А, не, не убегай. Он не видит вроде. Не двигаешься, значит тебя не видно, блядь. Пострелял. Блять, мне надо где-то найти бензин, я уже все для лодки есть. Сука. Опа, держу еще на стамину тебе. А даю сразу, слышь. Вот. Это то же самое, что энергетик, только похуже чуть. О. А где бензин хранится? Ну, у меня энергетос есть для тебя еще. На рандоме, Димас. Может в туалете, может рядом. Не-не, в ящиках, да, как я понимаю. Нет, он должен отдельно стоять. Я его никогда не вижу. А, просто отдельно. А, голубым светится. Есть еще мороженка для тебя на будущее. Да, Димас, энергетос, если еще, еще есть тоже. Может мороженщика дождаться? А ну, я... Это через 5 минут. А Мишу спасти, да. Ну да, тебе нужно резалку найти, синяя хуйня. Синий луч в небо. Надо. Бомб шелтер карточка, Димас, для тебя. Под тобой лежит. Наслаждайся. А вместо чего ее взять? А нет, она тебе не нужна уже, все. А, она уже вышла из нее, да? А труба тоже целиковая? Да. Я что-то не вижу синюю хуйню в небо. Или вижу. А, вон она. Mm-hmm. Прям в упор. Я думаю, клоуны понимают это. Да, да, вон они уже тэпнулись. Деф, это клоун, блядь. А до долго резать, да? Подышает? Да, да, достаточно, да. Там секунд стоишь. 10. Много. Димас, револьверчик. За спиной у тебя револьвер. А, ну ладно, похуй, Димас. Перепрыгни и возьми револьвер слева. Слева. В нос криты. Блять, меня. Блять, ну, гипнотизирует. Он... Гипнотизирует, нахуй, бьет. Жестко. Дайте стамину. Стамина, Димасу, блядь. Стамина есть, но ему выкинуть что-то надо. Ему что-то выкинуть надо. Спарку, да. Спарку выкидывай, блять. Бля, они лезут. Спарку, Димас, выкини, дам стамину. На С зажимаешь, на С зажимаешь, он выкидывает. Кидай. Давай. Давай. Даю. Энергетик. Пей, пей, пей. Я дам хилку после. Не хилку, а этот мороженое. Давай мороженое. Бери, еще блядь! Мороженое держу. Мороженое ешь, дал мороженое еще. Я сука. Оно регенит стамину, имею в виду. Оно регенит стамину, да. Это микро, микроэнергос. Бургер, бургер, Димас, даю бургер, хилися. Хилися.
Все, заебись. Команда работает. Ухилка. Да, блять, какая там была? Если за Димасом слежу, не за игрой. Есть еще, если что, нервоз. Револьвер есть еще один, Димас. Блять, я не могу выйти. Блять, еще и гипнотизер, блять. Да, сука, у меня игра свернулась, блять. Сука. У меня это, блять, бесперебойник говорит, ошибка соединения, нахуй, свернулась. Я не умру в туалете. Жалко, блять. Я умер в туалете. Сука, надо было выходить по мосту, ну ебаный в рот, а. Ну как же так? Да, по мосту только пешком. Бежишь на шуфтян, ломается. Масса залагала, игра говна, input lag, утюг надо, свернула, блядь, чат виноват, не зарегал. Блядь, я утюг забыл. Бедная Лиза, она сейчас придет, а у нее там же эти, блядь, тиммейты были, что надо. О, эп, наоборот. Лиз, ну тиммейты твои высший сорт, блядь, вообще. Да, они ни разу не телепортировались вообще за карту, типа, они не прыгали. Там один малой, когда его пиздили, визжал, как маленькая свинюшка. А как телепортироваться? Когда я посадила на колени, украли у меня килл экзекьютом. Вязала. Потом у вас толпа была в скверике около бункера после реса. Я туда прилетаю, они знаете где бегали? На причале. Вдвоем. Я хуман. Я хуман. 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 Да ёпрасоте! А все потому, что какой-то Даниэль. А это вот этот Абракаданиэль, да? Абракаданиэль. А, я в лобби тогда заберу. Давай в лобби, да. Давай попробуем перейти. А ты выходишь у нас всех, да? О, вот это мне предлагает. Вот это отлично, да. Так, можно покастомайзиться тогда быстренько. А то у меня что-то не сохранило женщину. А, покастомайзиться? Грана что-то намекает. Не, я чисто внешний вид быстро сменю и все. У Миши не сохранилась женщина. Да. Там в поисковике приоритет можно создать ген человека и клоуна, это не точно. Не, это только в приватном. Ген человека и клоуна? Ген человека. Ну, предпочтение. А. Блять, я думал, как в этом, как в станции можно ген клоуна сделать. И раскалывать всем. Чего это цвет волос нельзя выбрать? Вот, а знаете, кстати, в чем парадокс? Что у ребят, по крайней мере, у одного вот, который кричал, был прокачанный скин, у него большой левел. Ну вот видишь, какой у него левел большой. Нихуя тут, ё-моё! Да, это мы играем. Там говорят, по мосту уходить надо пешком, а по одному. Мы же загрузились? Да. А, по одному еще? Я запустил поиск. А, все, давай. Бать, ребята. Говновоз. А как мне... А, актив, ага. Что ты делал? И не спасибо. Да я тут такую себе миледи взял, ё-моё. Тут до 6 левела вообще даже лезть нахуй не стоит, ничего не открыто. Какая? А как сделать лодаут активным? А, вот нашла. Внизу кнопка. Всё. Быстрый конклюжн по игре, как вообще кал не кал. Кал полный, игра одноразовая, денег своих не стоит абсолютно. 700 рублей? Мы уговорили всех ребят ее купить. Не, вообще, кстати, можно порегать, если мы толпой сможем собрать. Не, я тоже сказал, что это мертвая игра, но если мы типа будем собирать наших фунт типа Слотевичи, 10 человек, то это разъеб будет. Но мы соберем пилу, очевидно. Да. Лучше уже маньяка пойти Джейсона пошпилить. Бля, Джейсона с кайфом. А вас тоже грузится долго, да, прям? Да. Да, у вас грузится? А в июне, говорят, еще нового мана введут. У меня главный экран. У меня загрузка. У меня тоже грузится... А, ну, конфликт. Ага. Конфликт. Конфликт, да. В банде. Так может нас догрузит потом, погодите. А может и нет. Меня выбирается, кого меня я тоже выбирают, да. А, не, нас Димасом походу не пустило, да? Ну, в лобби выйдем сейчас. А, выйдем. Догрузы отсутствуют. Пати пересоздать надо будет, так а, что... Возможно... А почему? Ну, нет. Вроде так уже делали. А. Ну, давай, потому что будет, все время не будет закидывать. Да, да. Мне кажется, это потому что... Лов пати, заходите по новой. Это потому что... Почему? Потому что в этом сидели, возможно.
А как зайти к тебе? У меня только пригласить. А в скайпе, да, в кастомизации. Сейчас, секунду тогда. Угу. Пробуйте сейчас. Friends join. Да, friends join. Нет, friends есть, в игре. Есть, ага. В игре именно. Ну и через Steam можно. Через Steam тоже joinит вроде бы. На connected. Friends. Есть. В игре, в главном меню. Нет, я, кстати, знаю игру, где можно... Кустомизы, Friends. Да, я тоже. Станция 13. Там чаще тебя пиздят. Жестко причем. Почему там клоун, клоун должен быть отпизжен? Это типа правило. Блин, а что если эту игру создал человек, который вот в свое время насмотрелся фильма и переиграл за клоуна на станции? И он теперь решил он просто отомстить. Эту игру создал человек, который... Не умеет создавать игры. Который сначала подоил Джейсона, блядь, понял, что дойка закончена, закрыл Джейсона и создал по франшизе еще одну игру, чтобы... А это не новый? Да, да. А хотя бы на эту франшизу он спрашивал разрешение? Я гуман. О, да, так он Джейсона спрашивал. Я тоже гуман. Два клоуна. Два клоуна. Поправлял, тупо Диман. Ну да, развали. Смотрите, какая у меня цаца стоит. Че, мы вниз прыгнем тогда? Какая? Вот это с короткой прической в майке? Да. Фига, откуда ты скин такой? О, так у нас, смотри, опездал, бля. А это не опездал из чата, кстати? О, у нас с Димкой и Броуджи на клувнях. Да. Мы их ушли уже. Сейчас отпиздим их. Пусть мутятся. Они вниз прыгнули. На станцию клоуны-убийцы, слышишь? Из космоса. Из далекого космоса, да. Да. Они прилетали. Вон, девочка применилась. Красивенькая. Карту нашел. На бункер. Я вот с опездалом, он бегает на шифте, как сумасшедший. Слушай, ну он выглядит так, как будто он что-то знает. Опа, а у нас тут уже эти, блядь, клоуны. У меня клоуны пытаются пиздить, я съебался в мучении. Бля, он мортирами хуярит меня. Задрот, ай, ёбаный. Блядь. Короче, надо... О, я нашел газлин, если что. Я пока от клоуна убегаю. Я вот что делает флайер, выяснили? Показывает на местоположение. Ебать, я хочу. Просто она персонаж такой, я могу использовать это против клоунов. У тебя парк-плаги, ребят, если что, уже. Может, если кинуть их. Он может портал найти. Дробовичок, сука, о, вот это вот тема. Дробовичок. Тематика. Так, видели куда-нибудь, где можно влить бензин? Ой, блядь! Пизда. А меня отпиздили. А, да? Прям жестко. Меня убили. Тебе? Ого. Вот, суки, ни за что. А что дробовичок? Блядь, а у меня дробовик был. А я старик поменял его. Алькор, видел, куда можно влить бензин? А-а, я убегал от клоуна. Угу. Блять, она меня быстро убила. Да, это типа мой бег. Димас! Это правда, Фредди. Вот и он. Это маленькая хуйня ходит. Убей ее. Она репортит о нас. Да, она когда репорт. К нам подходит, она кричит, типа. Вот, ребята, кто тут ходит? Бензин видели, где можно влить? Нет. На мои бункеры мы еще ничего не видели вообще. Угу. Карта мне очень крутая. Оружие найти. О. Ну хоть что-то. О, нашел мишень компас. Да. 22 бу-бу. Метра вот здесь есть. Прям перед нами. А, ну это свечи, это две свечки вставлять. Резь не готовая слишком. Ну одного резать это такое. Не то, это сломается. 80 метров на SE есть. SE, так она потом встанет, не? Нет, нет, она никогда не встает. Она одноразка. А чё, я не могу нож взять? Он это лежит, а я взять не могу. Это бургер. Блять, клоун, сука, я думал, смогу съебаться, спрятаться, но нет. Сдох? Да не-не. Ну, он увидел меня. О, кто-то за драбаном ходит. Я. Понятно. Бункер не видал, Алис? Ну да, я рядом. Какая мелкая хуйня, Миша? У меня ещё и нож есть. Ну, неприятно. Зачем бегаешь? А, блять, такая мелкая хуйня! Чел меня, блядь, заарканил. Ровно на юг. А у тебя есть карточка? Еще выход какой-то. Карточка есть, да, остался бензин. Там клоун стоит по центру, слушай. Вот, где бензин, Максим?
А? Я ж говорю, бензином хожу. Бензин есть у, да, у Миши. А бункер, о, сковородка, у тебя есть оружие? Ла, тут сковородка. У меня бита, у меня бита. А хорошо, глушь. Меня обижают. У меня бита, у меня бейсбольная бита. Дал ему нахуй. Аксон, обосрался. Куда бензин надо влить? В бункер, я не знаю куда. А, ну так ты ж говоришь, типа, ну ладно, похуй, забей. Он, наверное, имел в виду, что часть есть уже от всего. О, хорошо. А зарезать нечем. Нечем. А застрелить можно, если он, или только нет, зарезать? Нет, нельзя. Это очень странно, кстати, чем пуля от ножа, блядь, отличается, если так подумать. Да ёбаный ублюдок, блядь. Вообще ничем, все гладко. Это хуйня убивает очень быстро. Нахуй, блядь. Еще один клоун прилетел. Да это пиздец вообще, блядь. Я ебаный бункер. А я нашел ебаный бункер. Вообще. Где он? South West. СВ, понял. South West? Да. Слушай, да. Ну я на самом South West, это там, где мы с тобой встретились. Это мы North West встретились. Вот стреляют. Дал рядом. Клоуну мега дэмэдж. Ага. Второму дал дэмэдж. Помощь нужна? Возле груши. Да, возле груши, там еще тент такой огромный. Да ёбаный, иди нахуй, заебал! Блять, а я походу не туда пришел куда-то. Точнее, я пришел на СВ, но... А я чем зарезать его? Там пляж рядом еще с причалом. Вот причал есть, вот. Ну где тут клоуны? Антон, давай вместе наваляем ему. Давай, там еще два клоуна сзади. Да уходим! Блять! Раньше надо было говорить... Вот ну, две клоуны и замес идет, трое клоунов. Микро, вот рядом, да? Да, вот прям налево. Вот, на мне. Я не знаю, как тебе сигнал подать. Ну, видно, да. Ай, о, меня нокнули. Тосик. Сейчас попробую, Мишань, найти флайер и сигнал тебе подать. Mm-hmm. Да, я понял примерно, Леха, я понял примерно где. Они все на лодке, если что. Арсюха, а тайты мы кому даешь? Никому пока. Почему? Потому что у всех фул был. Сейчас даю. Ну типа. Не фул только у рандома и вот у тебя. Могу тебе бургер дать, да? У меня не фул. Но мне. Delicious. Ну вот оружие я бы только если какой-нибудь взял. Я пойду карту брошу. Ебать, это клоун! Я думал, нихуя, это какие-то ботиночки бегут. Сука! Ботиночки. Ты его дудяркой хуйнул, да, Леха? Да, да, но меня. А, мне пизда, короче, мужики, забейте. Креселку искать надо. Я думал, это просто приколюха, это клоун бежит. Но, в инвизе. Леха, и вот там рядом с тобой бункер, да? Где-то? Да, там, где я дудел. Mm-hmm. Прям вот метров 10-15. Mm-hmm. Они все трое тут, так что погоди немного. Че, мне мини-игры не предлагают? Ага. Что за хуй? О, ебать, тут мелочи этой нахуй, это пиздец. Очень нужна стамина, ребят. Ищу. Я дал. Карту сбросил. Так, пока закрышусь. Ресалку буду искать сейчас. Вижу ресалку. Иду работать на рез. Нашел нож. Нужно кому-то нож? Харкнес. Я бы не отказался. Даже у тебя топор есть. Кайф. Бензин не залили почему-то... пока, да? Нет. Нет. Ребят, у кого-нибудь револьвер есть? Патроны нужны? Револьвера нету. Блять, не тот инпут сделал. Блять, как же я хуёво делаю. Мне пизда, ребят. Прилетели. Энергетик есть. Один или два? Макс, давай, даю энергет. Рано? У тебя вроде есть слоты. А где он? За стеной. Он знает где? Вот он в инвизии, это он! Алёха, бункер глубже в лесу, да, где-то? Энергетик скинул тебе. Отъёбан. А, бункер не знаю. Так ты... В смысле, не знаю? Ты же говоришь, где я бегал, бункер здесь, типа... 10-15 метров. Вот рядом, где я бегал. Ага, левее бери, левее. Угу. Вот туда, правее. Ага, вот туда теперь. Вон он, еще, ты его видишь. Ещё один тэп. Не могу, ребята. Ты прям смотришь на бункер. А, вижу, блядь. Ну тут уёбок мелкий только. Бензин, ёб твою мать. Я не могу что-то в мини-игру играть. О, Максон, это я рядом с тобой, походу, да? У тебя с тобой, да с тобой. Я с клоуном. А, я погоня понял. За мной, да.
Нож боя, есть. Блядь. Могу дать нож, кому надо. Я, наверное, умру сейчас, меня завязались. Походу, да. Блядь, три клоуна дефят нахуй ресалку, прикинь. И бункер у них тоже рядом, под жопой прям. А карта где, Максон, у тебя? Я скинул под бункером. Так, ладно, но если что, ты сможешь, когда они уйдут, тихоря освободиться. Так и есть, так и будет. А тебе похиляться? Угу. Сразу спасибо, потом. Спасибо. Это так работает. Потом ах ты, сука! Вот, там он вызывает... У меня что-то топор и нож, но он что-то... Или так, у меня топор, но их, во-первых, двое, а во-вторых, у меня топор слотовый, типа, ну, там на один удар, типа, использование. Спасибо! Нас резнули, кто это? Рандом, пока вещи делали, все равно сделал еще другое. Пойду нож поищу. Ах ты, сука, блядь. Блять, а что это за хуйня? Почему я все время с какой-то дымкой, блядь, живу? Я не понимаю. Бля, пацаны, они меня туннелят, блядь. Они знают, что у меня, скорее всего, есть нож, блядь. Вот суки. О, ребят, здорово, будем держаться вместе. Смотрите, какая у меня палка. Рекорд. У меня тоже есть палка, но мы не можем убить, пока у нас нет острова. Короче, делайте, тут один клоун на мне, блядь, сучок. Кто этот туннелер, блядь? А не, нормально, убежал. У нас кто-то висит, что ли? Да, Миша. я. А, Миша, да. О, ну, меня... Сколько у тебя осталось? А, не, а меня... А не, рандом меня хотел снять. Уходи, вроде. Рандом. Да-да, я нож могу заюзать. Ага. Я просто ищу подходящий. Клоун в пиросе, блядь. Все, я выбрался. Блин, 5 минут осталось до клоун апокалипсиса. Да. А у меня до сих пор лежит Эйрхорн. Алиска, походу, взяла, да? Сука, блядь. Аксис там лежит, да? Я взяла. А у меня лежит он там, прикольно. Блять, вот же задоебались носатые, а? А, клоун перед вами, ребята, на Норсе примерно. Лиза, Макс. Понял, на Норсе. Он меня раз куда я иду. За мной бежит. Ебаный компас найти, я вообще не понимаю, где выходить. Я вот Лиска сзади. Есть что по нему? Там бензин, если что, рядом с выходом, и карта рядом с выходом. Выходи, не хочу, как говорится. Ну там да, рядом какой экшен. Ага. За мной один, меня вот один клоун пасет, типа, все это время. Ну я пойду попробую тогда. Лежи. Это клоун-боксер какой-то суперсильный, да. Это стелсовик, да. Да. Уронил его. Бежим. Уронил? Ага. Понял, да, блядь. Да. Но не убил, у нас. Но ножа нет. Где-то здесь бункер должен быть. В поисках бункер, ребят. Найду, начну делать. Нашел. Не нашел. Где ж ты есть, блядь? Бункер, ты стелсовик, бункер, если бункер, слышишь вот эти пим-пим-пим-пим, это он в инвизи бежит. Да. Нашел бункер. Чё, ищу бенз. Вижу бенз. Заливаю бенз. Он, по-моему, за тобой побежал, аккуратно. Бункер, три слота, ребята. Через, не знаю, 40 секунд. Я готов съебываться. А бункер где? Вот там, где висекшн происходил. Ага. Блять, я не смогу. Бензин залит. Вижу бункер. Они, да, суковато его заделали, гады. Полностью. Сукаты. Да. Бля, вот же душнило, а, блять. Не могу тебе помочь, как-то. Вы погоня чуть-чуть? А, ну да, вату надо уже делать, если можешь. За мной погоня, если что, все это время идет, блять. Меня вообще не отпускают. Ремовую. А, меня двое уже тут, блять, хватают. На меня двое клоунов, короче, ребята, действуйте. Открыт бункер, добеги до бункера. Я все. Меня в этот закували. Ебать, сзади бы едет бункер еще. Есть чем подудеть? Нет, дудеть нечем. А бункер закрылся! Capacity закончилось! О, как это, блять? Он не бесконечный. Capacity — это вместительность. Да, видимо, этот бенз сел. То есть ты либо заходишь, либо нет? Походу. Давай, Брэнчик, я съебусь пока. Блядь, спасибо, что подкинул. Заебашь уклон, у меня есть топор. Да? Давай. Настрой он один. Давай. Блять, на меня напал прихвостень. Ножом. Господи, сколько же от тебя можно бегать? Я вообще нахуй не понимаю.
И вот хуй забери. А все. Это теперь конца. Походу? Да, он теперь все, да. Ох, бля. Я без дышал еще. А бункер все лодка, у нас больше, да, лодка. А че ты? А вон лодка. Нихуя. Она заряжена. Блять. Миша, все. У нас нет лесенки больше. Сука мелкая, блять. Вот здесь можно поехать. Бля, ну какая же духота! Просто ладно, за мной два здоровых бегало, и потом мелкий уёбок пришел. Все, блядь, за мной лодка, пошли. Эвакуация. Лодка готовая, да. Блядь, надо ехать. Быстрее, быстрее. Ага. Где вы, блядь? Мы уехали уже, все. А, мы с другим типом! Я думал, с Арсений! Так он все приготовил, блядь. Да. Ребята, у вас двое осталось. И через 40 секунд мороженщик, слышите? Давайте стамины зарядим, ребят. Как понять, где он? Да, надо искать стамины. Он через 30 секунд появится, 30 секунд появится. Энерги у Лизер есть. Надо хп, да, тебе? Да, в Лиске вообще хп нет. Поставил сети, слышь. Потом по таймингу за 35 секунд активируешь эту хуйню. А нож нужен тебе, Лиза? Ну, вырвался из... Да, наверное. А как понять, куда бежать? Через 30 секунд. За 30 секунд до конца появится. А ты тоже его видишь, где он находится? Да. А. Мы на карте видим, где нет? Да. Да ебучий пол. Так, я готовь туда, энергетику. Выбросили за брик, наверное. Давайте я нож дам лучше, на всякий. Давай. Все, появились. Так, на экране, держи. На экране ищите мороженщика. И бегите. Увидели? Да, там 170 метров. Я с 2-5 клоунами бегу. Ага. Надо энергосов, Арсения. Бля, там мелкий Сеня прыгает, клоун вообще ебанутый, просто какой-то суперскоростной. Так, Лиза спаслась. Ну, мне нужно бежать, мне не хватит крыса. Не пошел он. Не убежала? Убежала. А, убежала? Хорош. А, жесть. Он снимает полбара. Полбара хп он снимает. А, я слишком далеко был. Клоун апокалипсис, типа ваншот просто. Ну да, смерть всем. Бля, тяжелая катка была. Да. Два, скорее всего, мертвы, блядь. 30 секунд, блядь, чтобы добежать до моего. Но не точно. Возможно, так, они ща, стали клоунами. Их утащать. Ну, да. Ребята, конечно, даете, да. Тяжко. Пушка беспонтовая у первого клоуна. Ну что, еще одну рефанд? Бля, я за. Ты в Техас? Да. То я, наверное, пойду. У нас фул лобби есть. Так, я на лакетку. Я тоже. Okay. Да, я тоже на лакетку. Уже времени. Ой, это, блядь, на улице нихуя, там дождь поливает порядочно. Еще я не знаю, почему. Возможно, из-за всех этих свистелок и перделок напрягает намного больше, чем пила. Плане, знаю, мне в этой игре нравится только как графон и все. Да, она классически красивая. Не знаю, мне сразу кажется, что она лучше, чем предыдущие аналоги. Здесь хотя бы эти мини-игры как-то разбавляют. Да, вот это очень классно. Не знаю, они все одинаковые. Как по мне, типа, игра, которая лучше всего выглядела и игралась и по движениям и так далее, это вот что-то между Пятницей и Evil Dead. Evil Dead даже помягче, мне кажется, был. Но игра просто говном оказалась. А так, типа, ну неплохо вроде бы вполне. Кажется, ну Пятница это золотой стандарт. ДБД я дропнул через полчаса, это хотя бы... Нет, ДБД, потому что сейчас новому игроку это типа деревянная, картонная, трудная тема, где... Ну, Пятница сразу не такая же, я правда в неё не играл. Бля, я вот ДБД хочу 2-8 пошпилить. Пятница веселая была на самом деле. Ну, Пятница мы между своими только играли в основном. Да потому что лобби там не работал. Да, да. Так, я хуман. Хуман. Я тоже хуман. О, хуман. Мы все хуманы. Кайф. Evil Dead пиздатый был, Мазамана так трудно игрался, вообще просто жесть. Угу, угу. Хуйня вообще, если отходишь. Что за я так блядь, смотрю... Ну, отхожу, блядь, все. Не особо зашел вообще. Странный игрок. А. Ты единственный, кто себе скин с базового, да, не поменял, я так погляжу. Да нормальный скин, мне нравится. Бля, вот эта девочка-сосочка вообще. Лучше вот про эту с двумя хвостиками? Да, с двумя хвостиками по центру идет. Что там чел сказал в чат? We got them boys? А как портал активировать? Так, у меня свеча есть. Ребят, а я лечу. В смысле? Залагала? Я за картой. Это какого ЛГ было? Ты уже сбежала, молодец. Сбежала, получается, да?
Точнее, я над картой. У меня высадка не произошла. Есть бензин. Можешь пойти залить? У меня свеча есть. Да, так лодка. Так лодка готова. Лодка надо найти. Надо найти. Надо найти ее. У меня спаркплага есть. Да, у меня тоже спаркплага есть. Мы с Мишей пока не при стволах, к сожалению. У меня тоже спаркплага есть. О, так, блядь, у нас сколько? Три спаркплаги? Можем мы портал открывать? Портал открыть, да? Да, надо только найти. Ну, найти надо. Не, у меня есть, у меня нож есть, если что, но ножом я бью. А у меня есть, можем убить, да. У меня только кирпичи, блядь. Мишаня, я примерно знаю, где пойдем. А вот это не портал? Я, по-моему, на портале, ребят, или это реслка. За мной мелкий клоун, у меня ноль оружия. Надеюсь, там два спарклага. Сейчас я радио включу, чтобы клоунов наебать. Да, это реслка. Да, вот я лодку вижу справа, если что. Она находится на запад, юго-запад, самый юго-запад. А лодке нужна свеча? Да. Я поставлю. Опять, а где я бензин проебал? Дросную. Он в руку берется. Я поднял бензин. Да. Я падаю, я почти упала на карту. Поздравляю. Высадка реально. Мы просто играем в выживание, а Лиза играет в батл рояль. Можно пролезть, блядь. На НВ где-то, да, говоришь? Слушай, Максон, СВ. Звук такой был, как будто... На высадку в центре карты. Клоун как будто рядом с нами тэпнулся. Ребят, это читы. Это буквально. Я вижу, я бегаю по небу, я вижу всех клоунов. Мощно. Скидывай гранаты. Я упала. Ты дрон. Я упала и разбилась прямо перед клоуном. Лиза упала с небес, получается. Жестко, у Лизы там еще музон такой. Ту-ту-ту-ту. Гайс, я сейчас флэйр подсвечу, где это? Я иду заправлять лодку. Вот, подсветил. Видите все? Наверное, лучше. Заправляю. Да, я там клоуна веду, который в бой спиздит. Let's fight, let's fight, let's fight. Так мы ему сейчас напиздим, блядь, подводи его сюда. Ты подходи. Блядь, у меня сейчас кокон превратят, пизда. Бровен, ты с бензином? Я с бензином, я заправил. Рекорд заливает. О, Лиза, ты что ты прячешься, помоги, кто это? У меня нету ничего. Можно же? Или в ноги тогда подсечку, блядь. Я дала ей подсечку, она буквально врезалась в меня в кусте. Я прижал и побежал дальше. Почему? Вдруг сядет, а вдруг зарядка сядет так же, как у бункера, блядь. Правда. Вон бежит клоун. Погоди, она же трое уже, да, нет? Да, блядь, он меня видит. Он не идет, он обосрался. А сколько так в лодку уже? Мы в лодку не влезем все. Нож оставьте, нож оставьте. Я стартую и уезжаю тогда. Нож оставьте. Шмотки выбрасывайте и валите. Гаечный ключ, Лиза, здесь гаечный ключ. Лиза, в этом ящике где? Дробовик, держите. У меня ножик, но мне не хватит. Я в лодке, мужики. Давай. Окей, я бегу в лодку. Давай. Так места нету, вот. Я буду вам предметы спаунить в себя. Места? Последнее место в лодке. Клоун бежит, пиздим? Сейчас. Последнее место. Ждем. Да, главное, чтобы не село. Я его заставлю. Налетаем. Налетаем нахуй. О, Лизка, давай быстрее, Лизка. Жди. А там пиздят клоунов. Надо убить его. Я ножом. У меня. Давай. Пуньк. За Лизкой еще клоуны бегут. Пускайте дебаса, не пускайте. Вижу. Ой-ой-ой, кто-то. Ты посмотри, а? Нет. Это не я. Где? Это не он. Лиза, он выходит. Это все равно не тот. Там мелкий уебан бегает. Да, ладно, похуй, я стартую. Все, стартуем, да. Езжайте. Димас не дает Лизке. Димас забулил, конечно, блядь. Буллер. Да, блядь. Понял, он вставал и залезал обратно в лодку перед Лизой. Вообще пиздец. Нам остается найти портал теперь надо. И поставить два спарклага туда. Бля, мне кажется, я его видел, если честно. Ну. Мелко хуйня, мелко бонуса на мне. Развернулся. Да. Вижу. А, это. Бензин еще есть нужен? Или хрен с ним? Вы слышите его? Да. На спать, дурочка, блядь. А досрезать есть чем? Конечно есть, блядь! Ебать. Я вам, блядь, прикинь, за мной бегал минут 5 вот так вот. Let's fight! Так это РПшер. Клоун РПшер. Бургер нужно кому-то похилиться? Нет. Я пушку бы. Держи. Я буду энергетосик. Энергетосик кому-нибудь дать? Кого? Максон, энергетосик. Мне можно, да. Давай. Давай. Бля, Максон, где-то здесь справа, по-моему, блядь. Надо брою тоже подогреть вещами. Я пока сам в поиске, Алексей. Ой, бля, Сень. Есть хилка еще. Биты я пока избавлюсь. Ебать, мы их перерезали нахуй просто. Все. О, есть мороженка. Нужна? Стамину заполнить. У меня есть уже энергетик. Можешь придержать. Если что, всегда можно придержать. А я брови дам, у него нету ничего. Ого, это что за... Ой, я нашел бункер. Заполнишь стамину, бро. Самая дебильная мини-игра нахуй с бриками этими, блять. Не, самая дебильная мини-игра это баскетбол. Непонятно. А вот и ебут из наших, или что? В смысле?
Баскетбол. Нож. Слева. Синий нож. Синий нож. Минус 5 бьешь. У меня топор. Брови, нож. Это брови. Давай. Хонколку могу дать. Хонколку. Хуйня не нужна. Он пытался степаться от нас? Да, походу. Я. Унькань. Унькнул. Хорош. Вот, нож. Брови, нож. А, вот. Так вот, Хонколку кому дать? Там еще один сзади уебок. Давай ебать его. Ебаный. Хонколку, у кого слот есть, можешь давать любому на самом деле. Сеня, можешь похилиться, дам Хонколку. Да я фуловый. А, фуловый. Я нашел. Брайан, давай, Хонколку на него. Я веду. В упор левый застанет. По съебам побежал. Ну да, он бежит, блядь. Клоун убегает. Он сейчас заряжает руку. Хорош! Заряди, блядь. Ага, заряди. Все нормально. Протыкай. Есть, ну, еще Хонколка. Еще Хонколка есть, держи брови. Сзади еще один идет, если что. Сзади идет хуйня. Ну давай, блядь. Есть стану брови. Бля, я походу помахнул. Да, рано нажал. КП пригодится. А могу прийти попробовать помочь? Брови. Давай, Бровян, дал еще мяч тебе, блядь. Пока что делать нечего. Я говно вообще выкидываю. Если будет у кого-то хил, я с удовольствием возьму. Идем к порталу. Ищу хил. А он открыт? А куда? Он нет, но нужно еще две спортплайм. Леха, нужно объяснить, как мяч баскетбольный кидать. Понали. Идите, поставляйте. Мяч баскетбольный как кидать. Вообще нахуй не нужен бейсбольный мяч. Он говно полное. Нет, баскетбольный мяч как кидать. А баскетбольный как? Возьму хп. Смотри, у тебя... А нужно на минус 5 стараться кидать. Да, нет, а смотри, вот как ты... У тебя три кольца. Представь, пробелом. Начало полоски это левое кольцо, середина полоски среднее и конец полоски это правое. ТКП, бля. Понял. Ага. Энергетосик. Еще хп. Энергетосик. Только хп. Бля, держи энергетос. Так, у меня есть этот. Энергетосик придержи, просто кому-то будет надо. Я бровину дал уже, у него слот был. Окей, был, да? Угу. У меня есть бензин. Да. Энергетосик пиздец. Держу на кого-то. Я пока сбежал. Сука, бегу на портал. Если бля, что. Тут хуёво, пиздец. Давай отойдем. Давайте тогда посъебам. Энергетики пей. Брови режет там его. Двое, это двое. Сломался. А, у вас двое. Да, есть какое-то оружие? Есть. Пайпа. Даю пайпу. Дал пайпу, у тебя пайпа сзади не осталось. Бля, да мне мелкое надо какое-то, мне топор. А, ну блядь. Бровину надо было дать пайпу. Бля, Максон, наше ты к нам прибил. Не чу. Он заряжается. Как медленно идется с бензином. Бля, их тут трое. Не знаю куда. Бля, не я пока не. Мне нужен нож, если будет выговорить. Есть рейс-машина. А, я могу этим разрезать, забейте. Да, и топором можешь дорезать. Ну, энергетос нужен тебе, Сеня? Да, нужен срочно. Давай. Бейсбольное говно выпало. Я не смог поставить ребят. А где портал был? Я потерял. Да как же меня ебут? Не, все, я не выйду. А где-то сзади. Бля, пропустил, что там надо было делать? Он был... Бля, даже хуй знает, как объяснить. Вот там, где меня повесили, Норс-Вест, короче. Оттуда, в лесу стоит. Если что, я заливаю бензин. Понял. В бункер. А у меня карта бункерная есть, слышишь? Ох ты, блядь! Блядь, а где бункер? Иди нахуй, блядь! Да ебать, сколько вас-то нахуй! Бейсбольный мяч есть, но мало если кому что, нужен, я заливаю я бензин. Брян, ты убегаешь от клоуна? Я не знаю, куда бежать. Нормально. А вы не можете бункер? Вы не можете нож дать? А я без понятия, где бункер? Бункер в центре, вот не, там ищу, где висят. Я ищу пока. Ага, только энергетик могу дать. А, там где Арсений рядом. Брови висит. Энергетик не будет, блять. За мной клубня бежит. Ищу нож для Арсюхи. Это еще сука. Ну, блять. Шотган есть. Арсюха, давай шотган тебе. Ну сейчас ты не достанут. А, не достанут. Бейсбольный мяч, блядь. Держи, Арсюха. Они одноглазые, ребят, слышишь, нормально все. Они одноглазые, нахуй. Я сел в кусты, они вдвоем пробежали, блядь, в упор, их не увидели. Там риски вообще плохо, да. Я думала... Ну, НТ, но там две обезьяны было. Так, ладно, там, где висит Арсений, там рядом бункер. Да, я пытаюсь освободить его. 20 метров от него. Машина есть еще? Так, брови держи тогда тебе пока. А, это резко. На будущее. Ой, это, блядь, не резко, это портальная. Ебать, брови. Видишь, это растений?
Бля, патроны, патроны на пистолет. Нифига не видно, блядь. Бля, он в упор просто подошел, да. Клоуна надо было вместе месить. А мне нечем он было. Он сильно жесткий. На револьвер, не то. Так, ладно, гайс, я буду резать тогда, и потом будем решать вопросы, ладно? Угу. Гивапайте, кто висит, наверное, да? А, там уже все висят. Умереть быстрее вот это вот? Да, да. Шотган ама есть. Рольте энергетики. Ролим? Ну ролим, если они наролятся. Сука, опять, блядь, это говно. Блядь, если еще машина сзади осталась, я проебал. Дай там клоун. Он будет ее кемпить, я думаю, уже. Я думаю, нет. Ты не знаешь, что ты один остался. Я вижу их обоих там вон внизу. Бейсбольный мячик. Я? Бейсбольный мячик. Энергетос, у него энергетос Максон зарядил. И у него собака, он знает про меня, да? Да. Бейсбольная бита нужна? Энергетики, по идее, нужны больше всего. Сука, смотри какая. Лонгрейм шкуня. Могу хуйня. Кирпич только дать. Вот это резинка или нет? Похоже на то. Или портальная была. Блять, надеюсь, он не видно, что я под энергетиком, как думаешь? Нож могу тебе дать. Нужен нож? Или у тебя да. Целый? Да? Давай, давай. Держи. Компас нужен? Нет. Fine pen нужен? Есть уже. Он будет полный бучий. Патроны для дробовика нахуй никому не нужны. Энергитос, есть еще один Максон. Заряжаю. А ебаный, сколько тут этих ублюдков, блядь. Там еще и клоун бежит с другой стороны. Энергитос имеется, да? Да, да, зарядил тебя. Еще один, сука. Да отъебался от меня. Гамбургер, еще есть энергетик, держу для тебя. Гамбургер найс. Дал энергос. Еще, еще один энергос на изготовке. Держи, держи, да. Нормально. Откармливаем. А там сохраняется прогресс, нет, которого ты водишь? Да, да. Да? Все эти игры сохраняют. Нет, на резку не сохраняются. Мне кажется, нет. На вырывалку этих штук точно сохранялось. Этот у нас есть стан. Вроде сохранялся. Хорн, который видит, видит, видит. КПшечка кто-нибудь наролил? Не, увы. У меня станчик только. Так, он энергетик, который... я в слот заряжу, пока паролю лучше что-нибудь давай, еще. Давай, давай, давай. Я стан держу на всякий случай. Блять. Держи стан. То, что в инвентарь кладешь, это типа потом у тебя будет корейский. Да, резишься, резишься. Да. О, еще энергетик держу. Да, ребята, я должен буду сейчас вас как-то зареснуть, резнуть, и мы должны будем съебаться через мороженщика, понимаете? Угу. Бля, говно. Острый предмет есть для драки. Я боюсь, что если выбегу, они услышат. У вас там он цепочек перед тобой. Рискнуть, наверное, надо. Да, там сука, теннисный миллион. Мяч, блять. Да это бейсбольный, ну что ты будешь делать, а? Ладно, играть не бейсбол. Игра нормальная. И сейчас мороженчик. А пока мы не успеем. Похуй, мало ли. Можно успеть попробовать. У меня есть мечта. 73 метра, блять. А, тебе еще резать нужно их, ёпта. I have a dream, блять. Похуй, бежим. Ребята. Ребята, пожалуйста. А я еще и сам должен успеть, блядь. Так, бейсбольный мяч, блядь. Для легендик. А где мороженщик? Я не вижу. Его там не показывает его даже. На карте у меня его не показывает. Ой, бля. Да, не показывает. Пацан, давай бейсбольный мяч кидай в него. А, или вот так, хорош. Ой-ой-ой. Если бы у вас показывался, вы бы успели тоже. Не, мне кажется, не успели бы все равно почему-то. Не, так они же рядом с Максимом резаются. У меня там сильно. То есть он накреснул, чтобы убили еще раз, как грубо. Просто да, она не показывает, куда бежать, обидно.
так тупо, что не срабатывает подсказка. Типа, если ты пропустил ее появление, живы быть. Ну поэтому эта игра говно ебаная, понимаешь? Она сделана чисто, чтобы заработать бабок. Ценник выставлен, нихуя не нормальный. На ту, 500-700 рублей ставишь за игру, все идеально. Она она готова ровно настолько, чтобы, блядь, вот ее впарить и забыть нахуй про нее через месяц. Так. Как хорошо. Ладно, ребят, эти карифанды. Ладно, ребят, спасибо большое вам за игру. Давайте вам спасибо за игру. Всем спасибо, что поиграли сегодня. Давайте. Хорошо, пока-пока. Пока. А, блядь, катку нахуй кинула. Не-не-не-не. No. Ну, блин, да на самом деле не скажу, что прям играется мега как-то отвратительно. Ну, то есть это не было так, что, блядь, фу, вообще кошмар, это был невероятно ужасный опыт и так далее. Не хотел бы я, чтобы он повторился, но... Да типа хз. Игра вроде прикольная, но мы просто знаем, что с такими играми происходит. На них и вправду зарабатывают бабки и забывают нахуй, вот. Она на DS через сессию. Ну, плюс-минус, типа. Не, на самом деле я говорю, типа, эта игра для сбора своей компании прикольная. Потому что, типа, как и за клоунов играть интересненько, так и за игроков, типа, есть какой-то другой дополнительный геймплей. То есть там, ну, это прикольно. Мне нравятся, наоборот, вот такие вот, такого формата игры, где ты можешь давать отпор. Мне почему нравился Evil Dead? В Evil Dead прикольно было. Там за сюров вообще усачно было пиздиться, типа, с всякими монстрами также стрелять, там, и так далее. Вот реально, Evil Dead, мне кажется, лично для меня это была, типа... Одна из лучших реализаций. Типа для меня вот чуть-чуть даже техасская резня бензопилой, она все-таки такая более простая и приторная, может быть. Вот Evil Dead был крутым. Просто жалко, что они сильно перемудрили и с балансом, и со сложностью, и со всем этим. Вот. А так, блин, Evil Dead очень перспективным был. Мне прям реально жалко, что он, увы, не выстрелил. И на него забили болтяру. Хотя он реально был сделан с душой. У него была своя такая прикольная атмосферка. Реально.